Всем привет-привет, вы на канале Wood GSN, канале, на котором всегда есть честные обзоры на все, что происходит в нашей игре. Хотите ничего не пропускать, быть в курсе всех новостей, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Выбирайте все уведомления с канала. А в этом видео я покручу рулеточку на огромные сюрпризы. Крутить до конца не вижу абсолютно никакого смысла, и сейчас попытаюсь объяснить почему. Дело в том, что рулетка, ну, в край дорогая. Вот эти все 51 прокрут обойдутся вам в целых 75 550, понятно? Понятное дело, если вы не имеете в коллекции огромного количества танков, то вы тогда имеете возможность получить машины, которых у вас нет. В моем случае я буду, скорее всего, даже если открою эти огромные сюрпризы, получать компенсацию золотом. И стоит отметить, что компенсация не всегда устраивает. Ну, если, допустим, с М60 еще хоть как-то 5000, но тоже не 7,5, хотя это десятка, то, посмотрев на другие танки, а, допустим, тот же К-91 за 9 уровень, компенсация 1750 золотом. Это очень мало. Стоит также отметить, что здесь, ребят, в этих контейнерах ничего особо интересного нет. То есть вы либо получаете себе танк, которого у вас нет, а если он у вас есть, то получаете компенсацию, которая явно несоизмерима со стоимостью данной машины. Кроме того, стоит отметить, что здесь в огромных сюрпризах, хотя эти контейнеры я очень сильно люблю и считаю, что они одни из самых лучших в игре, есть такие машины, как, допустим, Пудель. Или сильно ли вы будете радоваться, если получите себе Павлика или компенсацию за Павлика 750 голды. Короче говоря, очень дорого, ну и в крайне выгодно, если у вас большая коллекция танков. Да и в целом, как я сказал, для того, чтобы получить себе выход хотя бы в ноль, то за 75 550 вы должны получить, ну я не знаю, наверное, 4 десятки из этих контейнеров, чтобы хотя бы в ноль выйти. Это если из других контейнеров вам голда выпадать не будет. В отношении шансов, как вы видите, шансы на уровне плинтусика находятся. Вы можете получить себе в песочницу, допустим, и чему будете, я думаю, очень сильно не рады. Я, допустим, радоваться точно не буду. Ну а огромные сюрпризы 0,01% за 5 штук, главная награда. Всего лишь 0,19 за 2 контейнера и 1 контейнер с вероятностью чуть более 0,5%. Таким образом, получается, что основной массив своей голды вы потратите на остальные контейнеры, которые здесь есть. И в лучшем случае, может быть, получите часть голды обратно. Это честное мнение по поводу ценника рулетки. Ну а теперь давайте попытаемся покрутить. И параллельно с тем сразу скажу свою позицию по поводу прокрута данной рулетки не до конца. Сразу обозначьте себе, вот они, родимые. Сразу обозначьте себе, до какой конкретно цифры вы готовы спускаться. Я не готов потратить на эту рулетку более 1015. Это та сумма, на которую я готов уйти в минус, сугубо для того, чтобы показать вам, каковы шансы получить отсюда что-то пригодное к использованию, либо вообще выйти хотя бы в ноль. Буду смотреть по мере того, как будет выпадать, буду смотреть на то, сколько золота мне возвращается в копилку, если такое золото будет. Соответственно, будем смотреть, а выпадут, ну, простите, я загорелся, закликался. Будут ли выпадать какие-то танки вообще в целом, и насколько какие-то машины реально отсюда забрать. Как я говорил, контейнеры огромный сюрприз, я лично считаю самыми годными контейнерами на сегодняшний день, потому что там игрок в любом случае получает либо золото, либо танк. Какой танк, здесь уже как повезет, но а в отношении золота, опять-таки, в зависимости от того, из какого контейнера вам выпадать это золото будет. Но так или иначе, если танков в коллекции практически нет, а доступ к контейнерам огромный сюрприз вы каким-то образом получили, ну, в нашем случае не прокручивая рулетку до конца, то эти контейнеры действительно для игрока без большого количества танков в ангаре будут выгодны однозначно. Короче говоря, в отношении ценника, я думаю, вы мою позицию поняли. Я лично считаю, что безумно дорого, жду ваших комментариев под данным видео, но только если можно без нецензурной лексики, потому что огромное количество комментариев мне приходится удалять не потому, что я не согласен с теми позициями, которые в комментариях высказываются. Но то же самое касается и какой-то конструктивной критики в отношении качества моих видео и чего-то подобного. Просто я не приемлю у себя на канале ни в коем случае никакой матерщины, поэтому вынужден эти комментарии удалять. По талисманам. Мне не хватает 2 талисмана, соответственно, есть шансы в этой рулеточке пооткрывать контейнеры мистические, ну и, соответственно, там с большей долей вероятностью, а именно в 2 раза, целых 10%, открыть себе контейнер 2 уровня.
Ну, давай, удиви меня огромными сюрпризами, рулетка. Нет, мистик. Но в любом случае, получаю возможность, как я помню, открыть контейнер второго уровня. Из мистиков ни черта не выпадает. Ну, давай мне фон профиля за 50 косарей. Мистический сертификат. Ну, это то, о чем я говорил, что если вдруг что-то будет выпадать, то в целом вам повезет, заберете себе какую-то машину. Что по мистику? У меня по мистику, как видите, тоже везде благополучно установлены галочки на практически всех танках. Я бы не отказался от TL7-120 в коллекцию, от Ледяного и, так, скрипя зубами, Супер Гусь Т-34, вот просто для того, чтобы пополнить свою коллекцию машинами. Ни за одним из этих танков я по факту не гоняюсь. Ну, разве что хотелось бы, конечно, получить Калибана, потому что данную тачку получить сложно. Открываем, ребят. Открываем что? Вот так вот, М60. 7500 сверху компенсации, если мне память не изменяет. Так, забираем, что внутри компенсации. 7500 голды. В плюсе. Едем дальше. В принципе, это то, о чем я говорил. Если голда будет возвращаться, то можно уходить и дальше вглубь данной рулетки. На данный момент я в плюсе на 6000, довольно неплохо, но благополучно эти 6000 ради вас солью в эту рулетку. Понимаю, что уйду в минус, но делаю это специально для вас, поэтому если вам не сложно, прожмите лайк, мне будет безумно приятно. 250 золота. 250 золотом из мега-контейнера. 650 голды. Но вот так вот, собери их все. Мне там не хватает, не помню, по-моему, 5 талисманов для того, чтобы можно было забрать себе 1000 голды и таким образом удешевить себе данную рулетку. Точно так же, как и с мистиками, есть шанс собрать, собери их все тут в достаточном количестве, положили, 6 штук здесь, плюс здесь еще контейнеры, 6 раз по 2, ну, короче говоря, насыпали, собери их все, немало. Ну, давай еще один, нет, не даст. Ну, тут как бы не удивлен. Уже один раз повезло на мистический сертификат. На ближайшее как минимум 10 контейнеров не ожидаю. Главная награда, ребят! Главная награда! Огромный сюрприз. Ну, слушайте, после главной награды идти дальше точно мне смысла абсолютно никакого нет. Я сейчас просто выйду в хороший плюс, ну и, соответственно, на этом успокоюсь. Бадгер. По Бадгеру компенсация будет 6,5, даже если он мне выпадет. Ну, тут вопрос самый главный, а выпадают ли танки? Выпадают? Выпадают. Бадгер есть. Забираем следующий контейнер. Ну, слушайте, везение классное. Везение классное. Т-77. За Т-77 всего лишь дадут полторушку. Полторушку. Забираем. Кстати, именно в виде золота, обратите внимание, а не в виде танка. Итого, пока на 2 контейнера, 1 танк, но десятка. Пудель, о котором я вел разговор изначально. 750 золота дает мне. Итого получается 3 контейнера, 1 танк. И здесь у нас пантера британская. Про нее тоже вел речь. 750 золотом. Ну и если я правильно помню, то последний контейнер, ребят. Последний контейнер. Из него Титан HND. 1000 голды мне приносит, потому что выпала 1000. А даже если выпал бы танк, то он тоже у меня в коллекции присутствует. Ну что ж, ребят, тогда на этом, я думаю, можно смело останавливаться. Я вышел в плюс практически на 15000 золотом. Считаю, что поднял неплохо, чего и вам желаю. Дальше нет вообще никакого смысла крутить данную рулетку. Разве что сейчас посмотрю, что у меня по сертификатам, по частям. Мистики отпадают, собери их все. 3 штучки надо открыть, чтобы 1000 назад отбить. Ну и по мега-контейнерам 3 мега-контейнера. Теперь смотрим, что у нас
не та рулетка. Теперь смотрим, что у нас в рулетке. Мега-контейнеры падают по одному. Для того, чтобы вернуть себе 1000, мне необходимо будет минимум 2 прокрута, за которыми будут идти «собери их все» каждый раз. А стоимость прокрута 800, и следующая, если не ошибаюсь, то ли 850, да, 850 золотом. Того получается, будет точно не окуп. 1600, я лучше куплю 3 контейнера «собери их все», нежели буду делать 2 прокрута в этой рулеточке. Вот такой вот прокрутик вышел у меня. Пишите о своих результатах, если вы крутили данную рулетку. Я же пошел снимать следующее видео специально для вас. Искренне желаю вам мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.